Добрый вечер. Находимся в Дубаи. Как правильно говорят, что Дубаи? Приехали в Дубаи Молл. Конечно, охренеть тут. Тут вообще я в шоке. От такого богатства, от такого всего, от красоты и, естественно, от цен. Самый дешевый магнитик тут стоит, сколько я говорил, 20 дирхам. 20 дирхам. На наши деньги 350 рублей. У нас стоит по одному дирхаму. Почувствуйте разницу. По одному дирхаму мы набирали даже дешевле. Конечно, красота тут неописуемая. А сейчас мы находимся возле самой высокой башни в мире Аль-Халиф. Ее высота 840 с чем-то метров. Вот такая вот. Народу тут, конечно. Вход на нее стоит сколько-то, безусловные деньги, то ли 50 долларов, то ли сколько-то, я уж не помню. Люди стоят по 2 часа, чтобы подняться наверх на смотровую площадку. Но мы, естественно, не пошли. А вот тут вот скоро начнутся шоу «Фонтаны поющие». Тут вот какое-то, говорят, неописуемое шоу. Но это в другом видео. На сколько метров? В другом видео. Есть фонтан, да, самый большой в мире. Если в Лас-Вегасе фонтан 75 метров, в Лас-Вегасе, то здесь фонтан этот побился рекорд, он выстреливает на 150 метров. Но говорят, самый, что он этот... Ну, естественно, самый большой фонтан в мире. Но он без подсветки. Ну куда на 150 метров еще подсветить? Конечно, под музыку будет. Вот 8 часов, 8.30 второе шоу и в 9 часов. Мы здесь в 9.30 отсюда уезжаем к себе в Шарджу. Центр самый, 4 этажа. Центр, да, 4 этажа. Океанариум. Аквариум. Аквариум потом сниму. Конечно, обалдеть масштаб. Все крутые магазины. И всего эта страна существует 40 лет, чуть более 40 лет. Была просто пустыня. Представляете, просто пустыня. Вот что с людьми делает нефть. Хотя по уровню нефти, добычи нефти, она намного-намного уступает Саудовской Аравии, которая на первом месте, Катару или Катару. И даже, естественно, России. При этом цены на бензин и дизельное топливо у них считаются очень дорогие. У них где-то стоит на наши деньги литр топлива где-то около 40 рублей. 95-98, около 40 рублей. Зато минимальная зарплата у них. Ну да, если ты житель этой страны, житель, то ты работаешь только госслужащим. Можешь работать. И минимальная заработная плата у тебя... Сколько? 10 тысяч дирхам. 10 тысяч дирхам. Больше 3 тысяч долларов. Это 180 тысяч на наши. 180 тысяч рублей. Меньше не имеет права. Это ты, допустим, в кинотеатрах билеты, в аэропорту проверяешь. Это самый-самый-самый дешевый. Меньше не могут платить. Гражданство этой страны не дают никому. Даже если ты женился на арабке или... Как говорится, женщина вышла замуж за араба. Гражданство тебе не дают. Нет, бесполезно. Если ты женишься на арабке, тебе арабка родит, тебе ребенка дадут гражданство. Насчет бензина в том же, допустим, в Саудовской Аравии. Галлон бензина стоит 17 рублей на наш. А в галлоне более 3,5 литра. Вот представьте, 3,5 литра бензина стоит 17 рублей. 18. Вот это да. Ладно, сейчас будем дожидаться шоу фонтаном. В следующем видео обязательно покажу его. Становимся пока на башне. Конечно, очень круто. Все, до следующего видео.